Доброе утро, дорогие красноярцы, и доброе утро, мои подписчики на канале YouTube. Господи, боже мой, или вечер, или день, когда видишь столько цветов, у тебя в голове уже полная каша. Сегодняшняя принцесса на моем столе – это астильба. Вы знаете, часто задают вопросы, а что посадить, у меня там тенечек, полутенечек, а там ничего не растет, а вы там ничего и не садили, чтобы там росло. А вы попробуйте астильбу, да посмотрите, какие цвета, нежно-розовый, ярко-красный, белый, не знаю какой, цвета фуксии, просто розовый чистый цвет. Ну, это растение не требует вообще никакого ухода, оно настолько толерантно ко всем вашим действиям, ей все равно, что вы будете делать. Вы ее нечаянно выкопали и забыли посадить. Она простоит всю зиму, всю осень, всю весну, пока ваши ручки и ножки дойдут до этого выкопанного кустика, и наконец-то вы его воткнете в землю, как мы любим говорить. Ой, слава богу, астильбу воткнула. Она не пропадет, она такая живучка. А цветет она, особенно в полутени и в тени, очень и очень долго. Она может поменять свой рост. Независимо от того, что на ней написано, высокая она или маленькая, если она окажется большей частью на солнце, она не будет высокой. А если она окажется большей частью в тени или полутени, она будет еще и высокой. Кусты разрастаются, вот такие огромные купы. И они цветут практически бесконечно. Подрезая отцветшие вот эти цветоносики, вы добьетесь всегда прекрасного результата. Астильба настолько неприхотлива, что вот ее-то в горшок уже и не надо присаживать. Понимаете, когда вы приедете на дачу, ну, досыпьте сюда почвы для того, чтобы, ну, пойдут росточки, чтобы ей было куда спрятаться. А росточки там имеются, вот они. Ну, конечно, от широты душевной, конечно, можно и в горшок, кто спорит. Но ей горшок нужен не столь высокий, сколь широкий. Да, это может быть коробка из-под торта, возьмите там 3 штуки туда, присадите. Ну, только не очень маленькую, а такую высоконькую. Обмотайте бумагой, чтобы корни не были на свету. И она доживет до высадки. Поливка, ну, вспомните, что ее поливать надо. Польете, и она скажет спасибо большое. Не вспомните, она и без вас справится с этой задачей. Правда, очень неприхотливое и красивое растение. Здесь, конечно, всего 5 астильб. Но если вы заведете себе коллекцию таких цветов, то ее цветение будет с самого... Ну, начало лета, я бы сказала, потому что гибриды тоже начинают цвести очень рано. И до самого-самого снега астильба будет практически всегда в цветах. Вы можете собирать семена, подсеивать ее, ну, можете делить корневища. Она на это никак не реагирует, ей все равно, лишь бы ее как-нибудь посадили в землю. Глубина посадки определяется толщиной ее корневища, ну, примерно так, чтобы у вас, попадая вода туда, при замерзании не выперла ее оттуда, не вытолкнула из земли. Конечно, посадка, ну, наверное, вот так достаточно вполне. А дальше она свое дело сделает, уйдет в землю корнями, и все у вас будет в порядке. На этом я закончу. Всего доброго и до свидания.